Коровы правят этим миром. Коровы здесь самые главные. Вам точно не победить. Да вы меня достали. Достали. Моя свинья вас всех уроет. Запомните это. А я вам говорю, что и ты Лохопудина, брат кузнеца, и ты Лохопудина, другой брат твоего брата, который твой брат кузнеца. Вы это вообще все это время не слышали про самых убийственных бойцов. Это курицы. Вот как вы думаете, почему я всегда говорю «слава куриным яйцам»? Потому что курицы всему голова. Вот скажите мне, как вы думаете, кто быстрее появился на планете? Курица или яйцо? А? Ну что вы там шепчетесь? Давайте отвечайте уже. Курица! Яйцо! Вот и я не знаю, кто быстрее появился, курица или яйцо. Видите? Видите, какая курица? Загадка человечества. Поэтому давайте сделаем так. Чье животное проиграет, тот идет и тому мужику свою с топором рассказывает то, что мы зафаршмачили его броньку. Она же была этого, красного цвета, сейчас она полностью белого. Вот. Поэтому делаем так. Я даже сделаю ставку. 5 серебряных монет на то, что моя вот эта курица вас всех запердохает. Давайте. Кто не боится, делайте ставки. Потом победитель забирает все серебряные монеты. Давайте. Нютка, давай! Я на тебя свою месячную зарплату поставил. Ну вот, все и решено. На счет 1, 2, 3 выпускаем своих диких зверей наружу и смотрим, кто кого запердохает. Давайте. 1, 2 И давай, пернатый мод, мешочек с яйцами, закукарачь их всех там. Давай, Нютка! Ой, я своей курице на самом деле до сих пор еще как бы имя не дал, но я уверен в ней то, что она запердохает и корову твою, кузнец, и свинюху твою, брат кузнеца, 100%. Давай, давай, пернатый, я всегда верил то, что курицы самые вот это сильные существа на этой, а меня-то за что ударило, что курицы самые сильные существа на этой планете. Каждый из нас каждый день ест куриные яйца и знает то, что протеин это сила. Твоя корова сдулась уже, кузнец. Давай, 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 давай. И чё? И чё? И чё твоя Нютка сделала против моей курицы? Топор спрячь, спрячь топор. Но ты это тоже как бы совесть имей. Я же видел то, что ты вот эти серебряные монеты подняла. Поэтому выброси обратно, все же я победитель. А я тебе жизнь сохраню. Все, давай, чупакабра пернатая. Давай, давай, давай. Полетел отсюда, полетел отсюда. Я же говорю. Курица, в принципе, даже самая вкусная. Курица вкуснее, чем свинина и вот эта говяжка. Но еще и самая сильная, как оказывается. Поэтому, ну, учитывая, что я победил, сейчас вы пойдете и вы скажете мужику с топором то, что вы просрали его броньку вот эту. Была красная, стала белая. А если он вдруг на это разозлится, а он 100% разозлится, вот это по башке получите вы двое, а не я. Вот это сейчас самое главное. Короче, давайте делаем так. Я звоню в двери, он выходит на улицу, потом я убегаю домой куда-то там спать, а вы с ним разговариваете и говорите то, что мы просрали его броньку. А, все, давайте, встаньте сзади меня, давайте. Сейчас. Он всегда не с первого раза открывает, подождите. Ну, еще пару разочков, сейчас, давайте. Ну, на четвертый раз он всегда открывает, давайте. Может, его реально сегодня дома нет? Может, он куда-то в лес по грибы ушел? Но просто он мне всегда на 3-4 раз двери открывал, а сейчас вообще не открывает. Всё, пердый театр! Да ты хотя бы предупреждай людей! Ты что так подкрадываешься со стороны? Господи, сердце в пятки ускакало! Это... А вы что стоите, два бабуина похожих друг на друга? Идите, давайте ему рассказывайте то, что это вы броньку просрали. Ваша корова и ваша свинюха только что прокакали по 5 серебряных монет. Давайте... Да, чё вы...
Да, ладно, все, я тогда пойду. Так, тогда идите за мной. Так, мужик с топором. Давайте прикрывайте меня. Это мы броньку твою вернули, решили спустя вот это все время. Спасибо большое, то, что нам ее одолжил. Тут, правда, проблемка небольшая у нас возникла. Я твою броньку случайно постирал. Что ты сказал? Я говорю, она пахла плохо. Да, я потом уже вспомнил после того, как постирал, что ты говорил, что ее стирать не надо. Но я ее постирал, и вот что с нее вот это вышло. Она это покрасилась чуть-чуть, малость всего лишь. Я что, по-твоему, Белоснежка, что ли? Ну, у тебя белый цвет кожи с красным, бронька тоже красная, она к лицу тебе на самом деле. А, тут, кстати, подожди, тут еще топор-то, вот топор твой и щит твой, я чуть-чуть не забыл, вот. А почему топор полностью поцарапан? В смысле топор? Это Катя, наверное, его поцарапала. Она же сначала твою броньку надела и топор взяла. Она же Йети убила. Это Катя, наверное, поцарапала. Это не я. Еще и какая-то Катя мои шмотки носила. Да, она не какая-то, это девушка моя, она в город к нам приезжала, и вот это, она у меня сама шмотки забрала, я даже давать ей не хотел эти шмотки, честное слово, кузнец, мы не хотели, да, белый цвет, он даже больше тебе... Мы в жопе, грубо говоря. Так, ладно, спускайтесь, например, давайте быстро все сюда за мной, это, кузнец... Кузнец! Да это случайно вышло! Это жена кузнеца вот этого, которого вот этого! Она просто вещи стирать не умеет, вот и все! Так, решайте! Кому первому бошку отпердохать? Брату кузнеца! Его жалко меньше всего! Тем более он вот это, он новенький в городе. Если он кокнется, никто этого даже не заметит. И нет! Да. Так, ладно, а давай мы сделаем так, чтобы ты никого не пердохал. Да, мы накосячили, да, мы вот этот дебилы настоящие. Проси у нас все, что захочешь. Мы выполним любую твою просьбу, только, пожалуйста, оставь нас в живых. Мы тебя все же умоляем, да, пацаны? Топор вы мой испортили. Да, поэтому сейчас мне нужен новый. Ну, да. Есть одна вещь, которую вы можете для меня сделать. Если, конечно, сможете выжить, да. Все что угодно, мы будем рисковать своей жизнью, на самом деле какая разница? Сейчас ты наскокнешь или потом кто-то другой наскокнет, поэтому говори, мы все сделаем. Слышали ли вы когда-то о проклятом тысячелетнем рыцаре? Да вроде как нет, слышал из вас кто-то? Не слышали, а кто это? Это рыцарь, которого прокляли 1000 лет назад. Ага. Да ладно! То есть проклятый тысячелетний рыцарь — это тот рыцарь, которого 1000 лет назад прокляли? Чё, реально что ли? У него есть топор, о котором я мечтаю уже несколько лет. Принесите мне его, и тогда останетесь живы. Ну, в принципе, я согласен. Не знаю, как вы, но лучше умереть от проклятого рыцаря, чем от нашего кузнеца этого с топором. Хорошо, скажи хотя бы, где его можно найти, этого рыцаря проклятого тысячелетнего. Идите по тропинке к острову утопленников, и после арены поверните налево. Идти к острову утопленников, после арены повернуть налево, и там будет проклятый тысячелетний... Все запомнили, все принесем, обещаю, новенький, свеженький топор без единой царапины. Все, Господи, слава куриным яйцам, этот... Пацаны, я не знаю, как мы выжили, но мы выжили. Да, конечно, ненадолго мы выжили, но в любом случае отсрочили свою смерть, можно сказать.
топор. Кокнем тысячелетнего проклятого рыцаря, добудем его топор, и тогда, возможно, останемся в живых. Есть у кого-то какой-то план, как его найти и как его убить, а? Так, брат кузнеца, я тебе доверяю меньше всего, поэтому давай сделаем так. Ты сейчас пойдешь, пойди проследи за детьми кузнеца, за его женой, я там не знаю, иди с ними посиди, хорошо время проведи, а ты, кузнец, за мной. Давай, пошли. Сейчас мы пойдем еще позовем Шурика и Кристину. А ты че сидишь, пердишь штаны, просиживаешь здесь на скамейке, а? Мы как раз сейчас тебя искать-то хотели, у нас там проблема. Ты, кстати, знаешь что-то про проклятого тысячелетнего рыцаря? Нам его прямо сейчас убить надо. Поэтому нам нужна помощь еще чья-то, а то мы с кузнецом вдвоем его точно не запердохаем. О, а я как раз-таки заклинание новое выучил. Ну, в принципе... Шурик, это нам пригодится. Это же жизни восстанавливает, да? Ну, вот, у нас есть и лекарь вот этот, который будет нас лечить, если вот этот проклятый рыцарь нас будет кокать очень сильно. Так, кузнец, ты топор свой достань, я палочку свою достану, и все. Втроем-то мы его точно закокаем. Все, давайте тогда потопали вот сюда. Он сказал... По тропинке к острову утопленников и потом налево. Тропинка к острову утопленников находится вот здесь. Здесь у нас арена, и он сказал после арены возле острова повернуть налево. И как я понимаю, это лево находится вот здесь. Ладно, пацаны, здесь мы с вами еще никогда до этого момента не были. Поэтому фиг его знает, что здесь можно ожидать. Вы-то аккуратны, главное, смотрите за вот это, за свою спину. Если кто-то вдруг к нам подкрадется, чтобы нам сраку случайно не откусил, ага. Слушай, Шурик, а чё ты мне не рассказывал то, что у нас за городом столько много всяких интересных мест? Я вот, допустим... Про это место совершенно ничего никогда не слышал. Какой-то храм заброшенный и стоит какой-то мужик. Слушайте, походу это есть тот самый проклятый тысячелетний рыцарь. Слушай, ты по-хорошему лучше свой вот этот топор отдай, и мы спокойно отсюда уйдем, хорошо? Похоже, хорошо он его отдавать совершенно не собирается. Так, доставайте свои палочки, потому что по-хорошему с ними 100% не получится разобраться. А чё он сказал? То, что здесь несколько проклятых вот этих рыцарей, они один, господи! Бердохайте, давайте их быстро! Кузнец, поберегись! Так, давай, Шурик, давай восстанавливай нам жизнь. Ты чё всех запердохал, что ли? Аккуратно сюда, подходи сюда в круг, восстанавливай жизнь, давай быстро. Так, молодцы, все молодцы. Так, а что самое главное, кузнец, подойди вот сюда, и ты, Шурик, тоже. А топор-то с него выпал или не выпал? Или с них вообще ничего не повыпадало? Может, тогда этот топор где-то спрятан? Вот в этом храме получается, потому что мы их кокнули, но чё-то топора никакого нет. Это, мужики, мы, походу, не того рыцаря кокнули. Здесь еще один есть. Еще один рыцарь? Какой нафиг еще один рыцарь? Так, ничего не трогаем, ничего не нажимаем. Аккуратно, мать моя женщина. А вот те тогда это кто были, получается? Если это рыцарь, смотрите, ему в спину кто-то меч алмазный всадил. А вот, походу, и тот огромный топор, который нам надо добыть для того кузнеца, да?
Это, конечно, хорошо, но он-то вообще жив или не жив? Он стоит, даже на нас внимания никакое не обращает. Так, как нам топор-то у него аккуратно свистнуть и свалить отсюда, а? Никто случайно не знает? А может, в сундуке есть еще один топор? Давайте посмотрим! Кузнец, я же тебе сказал, ничего не трогать и в сундуки никакие не заглядывать! Ты чё наделал? Походу он не такой мертвый, как я думал. В самом начале. Так, кузнец, доставай топор, Шурик, твои лучшие заклинания, давай! Давай, господи! Слушайте, а ему-то урон вообще наносится или не наносится? Мне кажется, ему вообще без разницы, у него настолько крепкая броня. Так, Шурик, молодец, лечи нас своим заклинанием. Нифига не работает! Ладно, я выучил еще одно заклинание, которое помогает мне очень быстро уворачиваться от его атак. Так, как его кокнуть-то? Ищите его уязвимые места, господи, он меня в воздух подбрасывает. Опа! Так, походу. Меч! Шурик, молодец! Все же видели, как ему урон нанесся тогда, когда он ударил по мне этим своим ударом в спину. Его в спину надо бить вот в то место, где у него алмазный меч вот этот воткнут. У меня как раз в инвентаре есть трезубец, который я выбил из короля утопленников, и будем бить его именно в спину. Короче, я его отвлекаю. Вот сейчас он сделает вот этот удар. Вот этот удар. Да! Нет, не вот этот! Когда он замахивается вверх и бьет нас сверху, вот тогда надо его кокать по спине. Кузнец, будь наготове, будь наготове. Когда он сделает вот этот вот свой удар сверху вниз, бей его по спине. Давай вот сейчас, кузнец, вот! Именно так оно все и работает, господи! Сказка, тысячелетний проклятый рыцарь, ядрить ты колотить! Если бы я знал то, что он такой огромный, я бы тогда всех своих друзей бы созвал, чтобы его кокнуть! Отвлекайте, отвлекайте его, кузнец, заходи со спины еще один разочек, давай еще один разочек, замахнись на меня, давай! Да ядрить колотить, не вот это землетрясение! Пацаны... А я в паутине немножко застрял, ты меня пока не бей, пожалуйста, я тебя про... Ты подожди! Не, что-то так... Да! Что-то так не работает, господи, я думал, я... И... Так, заходим со спины... Дохаем по спине. Так, еще пару разочков осталось, и мы точно его кокнем. Давай. И уворот, поворот, и по жопе. На! Это что получается? Мы кокнули проклятого тысячелетнего рыцаря. Вуа! А это его топор, и это его шлем. И вот как раз-таки именно этот топор надо отдать тому кузнецу. Но перед этим я, конечно же, все это дело примерю. Ядрить колотить. А топор? А топор-то какой огроменный! А ну, кузнец, подойди сюда ближе, подойди давай. И... Ба! И... Па! Вот это топор, да? Вот этот топор бы себе оставить, вот всем миром бы просто правили. Это самый огромный топор за всю мою жизнь. Кажется, я падаю в обморок. Пока. Ну, пускай кузнец полежит. Отдохнет немного. Слушай, Шурик... Этот третий кузнец же сказал, чтобы мы ему только топор отдали. Но про этот шлем, который стоит, наверное, целое состояние,
Он же ничего не сказал, да? Продадим шлем и купим целую ферму куриц. Вот мы тогда разбогатеем, да? Именно это я, Шурик, и хотел сказать. Именно это. Да!